Продолжим выпуск. На очереди рубрика «Мелочи жизни». Что рекламируют дорожные знаки и почему детям опасно ходить в школу, расскажет Вячеслав Горецкий. Необычный способ рекламы своего салона придумали кунгурские предприниматели. По всему городу они развесили таблички, якобы с указанием улиц. Вот они, развешаны во многих местах нашего города. Но на каждой такой табличке есть желтенькая реклама, которая показывает, куда нужно двигаться для того, чтобы попасть в один из салонов. Причем данные конструкции появились практически на всех центральных улицах, и вы это сейчас видите. Я уверен, что в поле зрения нашей камеры попали еще и не все. Если двигаться прямо на расстоянии 3,5 километра, то, наверное, по улице Пугачева это окончится обрывом. Будьте внимательны и следите за реальными дорожными условиями. Ну, а на эту улицу, улицу Матросская, что находится на набережной Сылвы, нас попросили обратить внимание жильцы микрорайона Машзавода. Дело в том, что в недавнем времени здесь сняли ограничения для движения транспорта. И теперь автомобили, а это вы видите по следам на дороге, постоянно снуют здесь, туда и обратно. Кстати, вот сейчас в кадре появится как раз самый настоящий грузовик «Газель». Также ездит по набережной. Многие считают, что транспорту здесь не место, потому что очень часто этой дорогой пользуется многочисленное количество школьников, учащихся 10-й школы. А это значит, что дети находятся в опасности. Ну, да, конечно, тут не должны к машинам ходить, я так считаю. И дети прямо сейчас вот целой стайкой дети шли. Стоит также отметить еще и тот факт, что согласно правилам, движение по водозащитным сооружениям, коим является эта дамба, запрещено. И поэтому есть смысл здесь все-таки установить знак «кирпич» и не допустить здесь движения автомобильного транспорта. Далее небольшой блок рекламы, а во второй части нашего выпуска смотрите развлекательную программу для дорогих и близких людей «Праздник для любимых». Не переключайтесь. Ну а если у вас есть интересные новости, звоните, наш телефон 234-13 или оставляйте комментарии нам в группе ВКонтакте. Я с вами прощаюсь, всего доброго и удачных вам выходных.